Привет. Это откуда? Саратова. Ноги на коленях, большую одну держим, будет супер. Надень юбку. Спасибо. Может, сколько еще на работе торчать? Давай еще минут 10-15 и домой пойдем. Пацаны, я так скажу, не пишите типа, пожалуйста, вроде все адекватно, я так все нормально. А ты эфир завершала, спала? Нет, я работала. Тебе только писать могу. Я знаю, у меня всегда все отлично. Я думала, бай-бай, начальника нет. Нет, я не спала, я работала. Давай я продолжу делать пожертвования. Только для тебя. Ну, ты мне напиши, сколько ты мне скинешь. Тогда ладно. Привет. И что еще что-то точнее, госпожа. Ты одна работаешь? Сейчас, да. И сейчас ты на работе одна. О, Мария, привет. Кем работаешь? Оператором... Фу, блядь. Оператором 1С. Не скучно? Нет. Ну, раз любишь, значит, надо дарить подарки. Почему я готов позвонить? Прикинь, мы будем общаться в эфире. Нет, не интересно. Мне интересны подарочки. Понятно, пообщаться. Ну, ты мне подарки дари. Боже, иди помойся. А что, я так грязно выгляжу, что ли? Привет, как дела? Привет, нормально у тебя как? Нормально, пиши, все остальное шикарно. Я только приехала на работе. Понятненько, я еще на работе.
Как у тебя с работы, не устала? Да нет, нормально. Долго будешь работать? Нет. То есть уже домой скоро пойдем. А ты какую работу работаешь? Накладные дела, акты сверок, ну все в этом роде. Короче, бухгалтерия. Город из Саратова. Сложная, ответственная работа. Ну, как тебе сказать? Я оператор 1С, поэтому особо с деньгами не связано. Ты в Саратове живешь, да? В Саратове. Курнет. Не, Машка курнет, когда... я, кажется, не так увидел. В смысле? Блять.